Сегодня, друзья, я вам расскажу, как получить в The Elder Scrolls 5 Skyrim бесконечный урон. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, а это мой канал Мистер Кэт. Чтобы познать бесконечный урон, друзья, вы должны отправиться на остров Солцхейм и пройти один из курганов. Курган Колбьорн. Там будет квест раскопки. Очень длинный квест, друзья. Вы должны полностью его пройти. И в конце этой локации вас будет ждать черная книга. По поводу черных книг у меня есть отдельное видео в секретах Скайрима. Зайдите, посмотрите. Вы получаете эту книгу. Она у меня уже есть. Филамент и филигрань. Одна из лучших черных книг. Вам дадут три способности, и здесь нужно выбрать секрет волшебства. Здесь всего лишь навсего в течение 30 секунд у вас будет бесконечный монокост, то есть мана не будет тратиться в течение 30 секунд. Неплохой бонус, но как-то мало. Но нам он нужен. Принимаем. Едем дальше. Дальше, друзья, отправляемся в коллегию Винтерхолд. И, друзья, у вас должно прокачано... Обязательно должно быть прокачано разрушение до 100. Да-да-да, не все так просто. И не просто познать бесконечный урон. Здесь мы качаем вот эти вот способности. Двойное разрушение, ударная волна, но она, честно говоря, не обязательно, но пригодится. Усиление молнии и дезинтеграция. Все, этого, друзья, достаточно, но разрушение должно быть на соточку обязательно. Дальше мы отправляемся к этой девочке. Фаральда, вы ее можете найти в коллегии Винтерхолда. Коллегия выстрелила. Много знаний ждет тебя в ее стенах. И у нее после сотого уровня разрушения появляется вот такой вот диалог. Мы охватили все разделы магии разрушения. Полагаю, я научила тебя всему, чему могла. Но это не значит, что в этом направлении больше нечему учиться. Вот. Что ты имеешь в виду? За годы до меня доходили разные слухи. Мощная магия, затерянная в веках. Угу. Невообразимые заклинания, доступные лишь искуснейшим из мастеров. Да-да. Это единственное, что я смогла найти. Я думаю, лучше отдать это тебе. Сила стихий, друзья! Сила стихий! Теперь мы должны выполнить ритуальную магию разрушения. Это три отдельных места, вот оно. Но оно не показывается на карте, их нужно найти. Ну давайте сейчас я вам покажу. И первая локация, друзья, это руины оберег ветров. Она находится недалеко от Данстара. Здесь вот такой вот курган. Мы ныряем внутрь. Здесь, по-моему, парочка самых-самых простых крыс. И такой вот пьедестал. Кладем нашу книгу и используем огонь. Происходит взрыв! И все. Забираем нашу книгу. И отправляемся дальше. Северная горная застава недалеко от Ривервуда, друзья. Совсем недалеко. И здесь мы будем использовать морозное заклинание. Но, по-моему, тут есть бандиты. О, ребят. Мах-аргонянин. Пал. Сложность новичок. Да, здесь у нас следующий трон. Оставляем и используем уже магию разрушения, обморожения. Есть! Есть, друзья! И последняя, третья. И последняя локация — это наблюдательный пост 4 черепа, где мы будем использовать молнии, друзья. Молнии. Тут тоже у нас охранник. Привет.
Какой сюрприз! Ух ты, Громила держится и хорошо держится против электричества. Но тоже умирает. На сложности новичок. Какой маленький малышек. 70 монеток. И здесь вот он, пьедестал. Да, друзья, да! Теперь возвращаемся к нашей девочке. Также, друзья, вам понадобится маска Закротыш. Ее можно получить в квесте «Опасный спуск в шахте в Вороньей скале на Солсхейме». Да, все проходили этот квест. В конце проходите босса и получаете эту легендарную маску. Если посмотрим ее параметры, то увеличивает сопротивление электричеству на 50% и урона от электрических заклинаний на 25%. Неплохо, да это круто. Теперь, друзья, мы вернулись к нашей Фаральде. Но перед этим мы сначала зайдем в наши книги и сила стихий. Есть! Ритуальное заклинание разрушения изучено. Теперь, друзья. Коллеги, это... Что тебе есть на продажу? Владеть тайными искусствами. Да, тайными. Заходим в книги, и нам нужна гроза с молниями. 4300. 4300 на секундочку. На секундочку. Ну что ж, давайте опробуем. Теперь, друзья, я расскажу вам секрет бесконечного урона. Мы берем нашу магию разрушения гроза с молниями. У нас есть маска, у нас прокачаны наши способности на молнию. И используем талант на 30 секунд, на 30 секунд. Используем. А теперь кастуем. Да, друзья. И начинаем просто наносить урон. И понимаете, в чем фишка? А фишка в том, что этот урон будет у нас бесконечный. Да, этот урон бесконечный, совершенно бесконечный. Теперь, если вас никто не прерывает, и вы просто постоянно дамажите, то вы будете дамажить бесконечно. Да, я уже когда-то показывал такой в своих секретах Скайрима. Талант с этим секретом есть баг. То есть, если есть какая-то магия у вас, любая магия, которая кастуется бесконечно, то есть вы зажали кнопку и она кастуется, то с помощью этого таланта оно будет кастоваться бесконечно, друзья. Вообще бесконечно. Таким образом, это просто нечто. Ну, конечно, с такой магией желательно, чтобы у нас был напарник, который будет отвлекать всех, но... Смотрите, не заденьте напарника, друзья. Так что вот так вот. Вот так вы получаете бесконечный урон. 30 секунд уже давно прошло. 30 секунд давно прошло. Но наше, как говорится, кастование магии не закончилось. Вот и все, друзья. Вот и все. Все, всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Представляете, какие возможности нас ждут, да? Да. Все, друзья, пока.